Ну что, ребятушки, всем здравствуйте, с вами Женек, играем за Орду, и мне повезло, я попал за красный цвет, а красный цвет Орды — это круто, это клан, как же он назывался там, клан Черного Камня, во, а клан Черного Камня — топовый клан, такой жесткий, мощный, все дела. Так, сразу строим алтарь Бурь и логово орков. Так, карта, конечно, интересная какая-то, блин. Так, что у нас? Нежить. Ох ты, я на передовой, гляньте-ка. Альянс и эльф. Вообще все собрались в сборе. Прикиньте, пацаны. Так, как-то медленно все ходит. Ребята, что за г? На рудничок. Оп. Все. Смотрите, как раз 4 раз. Нежить, орки, люди, эльфы. Ну, просто цудовно. Так, ладно, какого героя построим? Шадоухантер, Таджара, Свин или Волка? Вот этого я не знаю. Сейчас подумаем. Так, если я пойду... наверное, Таурена буду строить. Мы его называли Свин. Мы раньше думали, что это не бык, а Свин. Такой огромный кабан. Мы его Свином называли. Ну ладно, построим мне или Блидмастера. А, нет, Свина построю. Блидмастера можно вот эту тактику построить, что в невидосе приходить, вырезать. Ну ладно. И что нам надо? Батрака еще на лес. Так, что там? Пацанов, склеп. А, все нормально. Кладбище. Почему он трон не делает? Героев. Вот это, да, пацан. Или у него какая-то мега-тактика крутая. А, вот, все, заказал алтарь тьмы. Ну, наверное, за нежить я так. Ну, не, я за всех умею играть, но самым топу я за Альянс играю. Все. Свин построился. То есть строится, почти построится, и бугай. Грант назывался. А в пиратской версии назывался Хряк. Так, эльф пошел на разведку, это очень хороший знак. И человек пошел на разведку. Это значит, чуваки шарят. Так, все, отлично. И точку сбора. А, я не выделил. Все, пошлите кромсать. На, где мы тут экспиться? Так, качнем стан, Теха. Стан это решает. И знаете, что надо? Логово, БО. Логово. Тут, а, он эту купил, Сильвану, все понятно. Таверна, все, я понял вас. Джельтенмены. И БО еще одна. Сейчас, нас. Так, все, по бугаям фул и БМ. О, БМ, я даже помню. Ну, давайте фармить. Ох ты, гнолы, пошлите. Что-то их тут много, правда. Давай, навались. А я у вас тэшки сниму. Бух, одного только получилось. Так, логово орков не хватает. Свин как-то в танчик, он не очень. Ну, как-то лучше танкует, мне кажется. Будет исполнено. Бум. Все. Ой, вообще просел. Пускай бугаи танчит. Дело сделано. Отличный план. Вот, дайте зелье. Волки позорные. Вождь Минотавра. О, сила, отлично. Ай, блин, принцесс есть. Так, хорошо. Пойду с чуваками качаться. Сильвана у него. Иначе чувак что-то знает. Еще одного батрака. Я готов. Жду приказаний. Куда? А, на рудник она хочет. Погнали на рудник. Идешь? Пускай... Блин, а, скелеты танчат, все нормально. Что он ушел? Дятел. Яуру качнем. Че, прикалываетесь? Ребята, да ладно. Че она ушла от меня, непонятно. Кинул меня. Сильвана. Ой-ой-ой, сейчас потеряю этого. Хорош, все, отагритесь. К эльфам пойду. А, нет! Где там эльф? Я к ним на реген пошел. А помню, мы даже когда играли в клубе, допустим, кто-то
из наших играл за эльфа, и мы просили, иди у меня на базе, построй пару фонтанов. Это не фонтан, а колодцев. Да, он не знает, нафиг я пошел регениться, ребят. Какие-то стрёмные пацаны. И щитки бугаям. Так, 150-75. И копейщики строятся. Я пошел лечиться. Как раз ночь. Давайте. Флоу хочу. Все, больше колодцев нету. Плохо. Очень плохо. Эльфу все, все колодцы выжрал. Не, ну а правильно, а чё еще делать-то? Не хватает древесины. Чем могу быть полезен? Слушаюсь, вождь. Может, лесопильщика купить? Очень полезная вещь, кстати. Что приказали? Если тут сейчас не скупят, нет. А, скупят. Нет, не скупят. Я готов. Они не пройдут. Я куплю первым. Все, пускай лес идет, добывает. Чем могу быть полезен? Как он, гоблинский резак? Хорошо. Чем могу быть полезен? Ну все, по дереву я сейчас не буду проседать. Чего пытаешься? Моя жизнь принадлежит Орде. Чего хочешь? Я боюсь, чтобы на меня тут не напали. Блин, почему они агрятся на меня? Я им ничего не делал, просто мимо прошел. Силушка. Силушку надо брать. Иксерман пускай берет. Не хочет? Шестислотовый тип. Пошлите, пошлите. Чем могу быть полезен? На тебе. О! О, драка пошла. Чем могу быть полезен? Сейчас их застаню. Что приказали? Наши пауки. Сейчас еще раз. Не, режем этих копейщиков. Добрый, отводим, отводим. Ах ты ж гад! Ой-ой-ой, прессуют. К эльфам пойду. Смотрите, что делаю. А мы еще законопатим. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, кидайте копья свои. Да убивайте их. О, молодцы. Молодцы, ребята. А, лягушку строим обязательно. Эй, эльфы, дайте попить воды. Чего вы как непонятно кто. Так, и знаете, в кого я... Ух ты! Ну вот эта тактика дурацкая. Как я ее ненавижу. Эти блидмастеры. Фух, блин. Всех рабов поубиваю. Угу. Чего хочешь? Лавка. Сделай. Что приказали? А, этого не убил. Не-не, стоп. А, топоры. Чем могу быть полезен? Что приказали? Над говном. Так, и вот грабеж очень классная тема. Присты тут есть, лесной тролль-охотник, берсер, гнол надзиратель. Фигня. О, раста, хорошо. Ну, какой у него Е было, да? Блин, я не голем. Ауру. Буду максить ауру. Давай! Есть! Хильнули. Кольцо регенерации. Что прикажете? Охотник, у него классные сетки, он кидает, по-моему. Да. Ешка. Что там, пацаны во фронт идут? Сейчас я пойду. А, так, в кого я пойду? В шаманов. Да-да-да. Шаманы и знахари, это вообще классная комбинация. Шаманов на автокас ставятся вот эти, как они называются там. Ой, ярость вот эту, а знахарем палки, чтобы хилять. И вообще это классная очень тактика хорошая. Так, пойду я нежити помогать. И улучшим копья. Готов, крал. Все. И регенерацию троллям.
Сейчас захилю пацанов. Оп! Что там рвем, пацаны? А, так мы у них уже качаемся. Походу мы тут вообще выиграем. Ну как-то нормально. И еще одну юрту. А, юрты мы их называли. Вот эти палатки, юрты. Так, весело. Ух ты. Да ладно. А почему они не подбирают? Типа без итемов играют? Ох ты, сейчас мы ворвемся. Все, пошли, пошли, пошли воевать. Свинтанчит у нас. Стан. Хорошо. Кидаем сеть. Ох ты, братва прилетела. Ох ты, сейчас мы этих копейщиков порубим. Бля, они нас порубят. Нет, мы их порубим. Так. Рубим, рубим. Проседают копейщики, хорошо. Проседают, проседают. Ну и мы, в принципе, проседаем. Нет, у нас есть хил. И дабл. А нет, она не да, дабл. Да, все правильно. Где моя расточка? Все. Минусуем. Минусуем. Блин, да даже выжили как-то. Все, подгоняем бугаев. А мне же еще это грабеж, пацаны. Все, и улучшаем шаманов. И вот это вот. Нет, нет, стоп. А в этой палатке вот это. Все, все, им надо выносить здесь. Так, а почему мои пацаны дохли? Сейчас я их отведу. Сколько ман? 90 надо мне. Ой! А, это свои, тьфу ты. Я испугался. Сейчас я их захилю, хорошо. Так, этих надо уничтожить. Ну-ка, топнем. Мать фигово, топнул как-то. О, волка. Форсир он назывался. В принципе, сейчас называется. Минусуем. А, зеленый ж наш. О, резак их. Убиваем, конечно. Бугаи бегут мои. Сейчас захилим, братва. Сейчас захилим. Хиляем, пацаны. Живите, оп. Нормально. Неплохо. Так, что у нас по юртам? И броньку так где-то. Сопилка, бронька. И топоры. А так можно все вместе, чё я. Оп, оп. Эх, тут ману занял. Вырезаем батраков. Нечего тут. Моя жизнь принадлежит Орде. Кажется, пахнет победой, ребята. Сейчас построим. Так, так. Жду приказания. Жизнь принадлежит. Слушаюсь. За наших предков. А вот там схлестывается альянс. Может, смотрите, гонит кого-то. Ох ты. Вот ихний. Да? Последний блокпост, где решится судьба этой катки. Жестко. Сейчас, смотрите, в шутеров пошел. Чем могу быть полезен? Постройка завершена. Я готов. Все, сейчас накроем. Свин идет к вам. О, батраки. Бедолашки. Хилять надо кого? Не, не надо. Карта, блин, такая. Обходить надо, что-то мудрить. Все, сразу. Вырываемся. Таурет! Еще разок. Так, подхилимся, ребята, давайте все. Дружненько. О, крестов вырезаем вражеский. Волка вражеского коцаем. А, это пышется. Ой-ой-ой. Что ж так? Кто ты пышется? Дайте ман. А, 100 ман. 90 на гром. Не, волка минусуем. Ой, там бугает, танчит. Куда его тут? О, сюда, сюда, сюда. Все, волка убили.
А сейчас я как топну. Оп. Чем могу быть полезен? Ой, раз-то. Давай, хиляй. Все, победа. Ну, немножко, скажем, игра у меня такая была. Тут пацаны все зарешали. Но неплохо. Ну, не важно. Победа есть победа. Ну, неплохо. Вот грабеж классная вещь у орков. Да, орки, конечно, классно. Не успел я доразвиться до шаманов и знахарей. Это очень классная тактика. Знахари палки ставят на ешку, а на автокасте эти бомжи ставят, шаманы ставят кровожадность, и все там, разрывается все, что надо. Все, ребята, подписывайтесь на канал. Катки с Warcraft 3 будут вот в этот плейлистик скидываться. Так что до новых встреч.